Раз-два, раз-два. Делаем с бородачом зарядку. Давай, давай, рядышком вставай. Опа. Давай. И пошли. Сначала с левой, с левой ноги. Давай. Давай, давай. И раз. Раз. Опа. Короче, на канале Бородач ТВ. День гимнастики сегодня. Слушай, вообще, да, такие вот виды были красивые. Люди спят в своих домах, да, и не видят вот такой красоты вообще. Во-первых, можно подышать свежим воздухом. Во-вторых, можно пробежаться и получить масса. Удовольствие от того, что ты пробегаешь. Потому что вырабатывается, стало, кстати, да? Этот астроген. Адреналин. Не адреналин, а подождите, эндорфин. Эндорфин, да, все, все, да, вырабатывается. Все, все вырабатывается. Я предлагаю, так. Что? Чтобы нам, как, ну, как раньше, вот, не бегали, да, так спокойненько, чтобы никого не было. Продолжайте все спать. Да. Канал Бородач. Не ходите, вредный совет от канала Бородач. Спите дальше. Спите дальше. Можете потянуться сигаретой. Не выходя из кровати. Сестра, я вот. Знаешь что, я сейчас вот перестал пить кофе, например, по утрам. Да, вот поднимать себе давление. Дополнительное. Слушай, сядь сейчас туда, хорошо. Шишка вот с утра вот набрал здесь, вот в лесочке заварил себе шишковый чай. Ну не стал пить. Почему? Ты хочешь, чтобы я выпил? Первый отпробовал твой шишечный отвар. Отвар из сосновоборства. Шишечный отвар. Да. Шиши-муши-туши. Ну, Джон, слушай, приходите сюда вообще почаще. Вы бываете в лесах, выходите на природу. Вообще человек – существо природы. Человек в техногенной городской вот этой обстановке начинает, ну, захеревать, понимаешь? Надо выходить, надо ближе к природе. Ты слышишь, у нас сейчас даже идет звуковое сопровождение. Гули-гули-гули! Гули-гули! Слушай, не призывай, то знаешь, попадем сейчас под какашечный дождь. А пойдем сейчас на залив и скупнемся. Погода-то какая? А что? Градуса 4. Пар идет. 3,5. Слушай, Джон, у нас сегодня будет только утренний эфир, или мы вообще что-то планируем сделать? Я не знаю, о чем это. Нет, но у нас планов это громадье. Как-то их надо разграничить, просто чтобы не в один год все успеть. X5 там. X5 новая лоджия на испанском берегу. Да, испанском берегу там. Лоджия. Не квартира. Нет, пока одна лоджия. Сколько квартир. Тебе квартир ты уже, а? Ну покупал. Это все одна только. Одна? Что такое? Я тоже одна. Реально тебе говорю, одна квартира и лес вот есть еще. Лес и квартира есть, да. Знаешь, как вот хорошо выбежал из кровати, выбрался. И побежал. Короче, Михайлович, давай это, ну, нашим радиослушателям. Кстати, я сейчас хочу пожелать, сказать, ну, не только пожелать, да, тот парни, почему на вас постоянно ругаются, ну, жалуются девчонки, что вы стали, ну, как бы, менее романтичными, там, да, то есть ничего не делать, никаких там подарков и презентиков, и ждете 8 марта, чтобы купить букет, да, то есть цветов и подарить, и тем самым проявить какое-то социальную, нет, социальную, ну, внимание, да, проявить, да, внимание. Да. А вот в том году, вот когда было лето, да, осень, то есть, ну, вот вообще все, когда зацвело, понимаешь, подбегаешь, вот маленькая там, не знаю, ромашечка, вот просто возьми, шишечка там, шишечка, еловая ветка. Сейчас мы наберем с тобой много шишек. И в кровать жене, и просто, да? В кровать жене кинешь, понимаешь? Она скажет, что ты тут набросал? Я говорю, это не мания. Милая, а она скажет, Михаил, я вся чешусь. Так? Сходи к доктору, проверься, срочно. Шишка. Иголкой, у тебя, походу, как ёж. У тебя, походу, дело, шишечный вошь появился. Так что поосторожнее с этим тоже. Ладно, не шишкуй. Все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте бегайте комментарии. С утра, бегайте с, нами, с утра, да. Вместе с каналом Бородач ТВ. Все, всем пока. Записалось? Ну? Нормально. Все, погнали. Я просто выключу.